Дарить тепло и радость тем, кто в них нуждается больше других – это самое важное. Ведь порою гораздо приятнее дарить подарки, чем получать. В четверг, 11 января, гостеприимная «Сморгонь» открыла свои двери для ярмарки добра. На днях учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения «Теплый дом» совместно с благотворительной организацией «Адра» провели благотворительную ярмарку добра. Мероприятие прошло в рамках республиканской акции «От всей души». Сегодня рады быть здесь, в Сморгоне, в таком гостеприимном местечке, где нас пригласили уже те давние наши сотрудники, да, потому что мы работаем вместе, как с Центром соцзащиты, как обществом инвалидов здесь в Сморгоне. И поэтому, когда мы рассказали о том, чтобы провести такую ярмарку добра, вы знаете, эта инициатива была поддержана с большим такой вниманием, и сказали, мы готовы, пожалуйста, давайте мы что-то сделаем такое. Вы знаете, мы занимаемся много лет гуманитарной деятельностью, да? Но сегодня понимаем, что это... Такое мероприятие, оно более ценнее, чем просто гуманитарная помощь. Потому что эта программа, она позволяет задействовать людей города, помогать друг другу. Если гуманитарная помощь – это такое временное явление, сегодня есть, завтра нету, то организовал такую программу вот, социальной взаимоподдержки, вовлекая город в помощь друг другу, таким образом отношения в городе становятся еще ближе, теплее, и помощь можно оказать всегда, в любое время для нуждающихся людей. У каждого дома есть, чем он мог бы поделиться. Мне надо это тесто. Посмотреть в шкаф, посмотреть куда-нибудь в себе в подвал заглянуть, да, или же в какую-то кладовку, и там мы найдем даже банку варенья, которую могли бы поделиться, да, кто чем. И таким образом... Ярмарка позволяет людям поддержать друг друга. Мы верим, вот наш девиз, изменяя одну жизнь, мы изменяем Сморгонь, мы изменяем вот наши поселки, города. И когда люди чувствуют, что вокруг у него друзья, то он таким образом понимает, что это его семья, это его дом. 11 января на территории центра развернул работу целый супермаркет. Только все здесь можно было приобрести абсолютно бесплатно. В ходе акции многодетные семьи, инвалиды, пожилые граждане и другие категории граждан, нуждающиеся в поддержке, смогли получить помощь в виде продуктов питания, одежды, обуви, игрушек и многого другого. Все это привезли волонтеры «Адра», а также жители Сморгонщины, которые очень активно поддержали приглашение «Теплого дома» поучаствовать в мероприятии. У меня трое деток, не всегда возможно купить что-то, например, трое деток. А также остаются и от младших. Вот мы сюда тоже принесли сегодня маленькую одежку от маленького. Как бы и себе что-то выберем, думаю, как бы будет полезным. Я считаю, что это очень важно, чтобы и дальше оно проводилось, потому что очень полезно это мероприятие. Сегодня у нас очень хороший день добра. Поэтому собрали люди, которые приносили свои вещи, игрушки. Обмен идет между детьми. Это очень хорошее мероприятие, оно нужное. Желательно, чтобы проводилось каждый год. Вот, будут приходить люди, обмениваться своими вещами, обувью, что лишнее у людей есть. Просто жалко, что дома вещей много, чтобы они не пропадали. Кому-то они даже могут быть полезны. Поэтому пусть люди пользуются, пусть приходят. Чаще проводились такие мероприятия. Всех присутствующих добродушно угощали чаем, печеньем, блинами. А самое главное, каждый получил радость общения с добрыми людьми. Это была первая ласточка благотворительных мероприятий в нашем районе. И подводя итоги ярмарки, можно с уверенностью сказать, что не последняя. Ведь у каждого из нас наверняка есть лишние, маленькие, нечасто используемые хорошие добротные вещи, которые так необходимы тем, кто попал в непростые жизненные ситуации. И которыми мы, в свою очередь, можем поделиться с ближними.